И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.91, и задался вопросом, как же в Blender все это дело тут замерить, вот сколько он вот этот куб, сколько на сколько, да? Лазил в интернете, и вот хотелось бы попробовать еще один аддон. Он бесплатный, на GitHub, название выложу в описании, и сейчас страницу покажу. Так, вот так он называется. Язык поломаешь. Ну, короче, здесь полностью как его установить, как он работает. Не буду вдаваться в подробности. Просто давайте так кратенько посмотрим, как он работает. Устанавливать опять же в Edit Mode. Все прочитайте в преференциях. Там все написано словом. N-панель открываем. Заходим, выбираем куб. Заходим в Edit Mode. Находим наш вот этот аддон. Здесь вот такая вот окошко. И вот нам нужно замерить, сколько ж куб на сколько. Выбираем теперь вершины. Выбираем две вершинки вот так. И нажимаем Show. Вот это. Не помогает. Значит, жмем вот этот Alignet. Вот эту вот шкалу такую. И вот у нас оказывается куб 2 метра на 2 метра. Большой. Здесь также можно вертеть. Вы видите, изменяется направление вот этой именно подписи. Также здесь вы прочитаете, можно ставить алфавит, подписку тут делать. Но долгая настройка его идет именно вот в этих, вот где вот эта вот шкала, где куб. Много нужно поднастроить. Ну, мне это пока не надо. Мне вот интересно, что, да как он работает. Вот две вершины выбрали, 2 метра. Так, если мы выберем, ну, давайте еще две вершины. И еще раз нажмем. Вот у нас и это вот высвечится, вот такая штукенция. Так, в Object Mode, это значит кубу пока Delete. Кстати, чтобы все это дело прекратить, чтобы надписи не было, нажимаем Show вот этот. Теперь Add Mesh Circle, и вот хочу его замерить. Как он меряется? Опять же в Edit Mode. Здесь выбираем теперь три вершины. Ну давайте вот хаотично три вершины. По 120 градусов приблизительно каждая вот эта половина. И теперь жмем Show, жмем теперь арку. Вот эту. Bends. И вот у нас, значит, вот этот метр на метр диаметр. Ну, короче, метр диаметр именно вот этой окружности. А вот эта часть у нас получается 3 метра 73 сантиметра. Это в метрах. Или в миллиметрах. Не, в метрах. М стоит. Чтобы вся она выбралась, наверное, нужно будет... Как-то, наверное, две вершины вот эти выбрать. Вот эти и еще одну вершину где-то тут, наверное. И арку. Так она не работает. Это все дело прекращаем. Снимаем. И попробуем две вершины выбрать. Шоу. Так, вот это не убирается. Уже я не знаю, как это удалять. Ну, давайте еще арку. Это не работает, только через три точки. Ну, вот такая штукенция, да? Лучший способ, метод тыка. Снимаем выделение и пробуем, где тут должна быть line group. Вот группы можно создавать, вершин тут подписывать вот этот по X, по Y. Замерять. Аннотация, это выставляете шрифт. Что тут еще может быть? Так, а как же она удаляется? Если мы... Ох, ё! Это вот если Alignet нажать, то получается вот так аж все разбивает. Ну, прикольная штука. По 0,20 метра. По 20 сантиметров. Вот. Разбила. Все нормально. Так, опять же это все удаляем. По Y попробуем теперь, да?
Ну, вот это я не знаю, как убирается. Это нужно дальше разбираться в настройках. Это вот угол можно замерить тоже через три точки. Так, вот это мы пока delete. С этим надо еще немножко подразбираться. Выбираем mesh. Выбираем, давайте, куб. Единица на нампаде. Заходим в Edit Mode. Так, что выберем? Ну, давайте выберем полигон. Ctrl-I. Остальное Delete вертексы. Так, Ctrl-Z. Так, ну ладно, тогда вот так вот сделаем M. Out Center. Вот такая штука получается. И нужно угол нам замерить, да? Выбираем вершины, одну вершину, вторую, третью. И теперь, где он тут? А, вот он, Angel. И вот он замеряет угол 48 градусов. Вот этот наш угол. Ну, словом, прикольная штука. Единственное, разобраться, где он вот это все убирает, чтобы это все исчезало. Ну, допустим, я это могу сейчас убрать. А если мне нужно новую заметку какую-то сделать, ну, давайте вот выберу вот эти две вершины и нажму Show. Опять, видите, остается вот эти 48 градусов. Ну, в принципе, мне это не интересно. Вот мне надо вот эту штуку. И чтобы градусы убрать, мне, наверное, нужно... А черти, что нужно. Вот эту штуку. Вот это теперь будет оставаться. В этом плане, конечно, неинтересно. Так, это линия группы. Ария не убирает. По иксу поставить аксис. Стрелка какая-то. Это вот теперь прописано будет, наверное, постоянно. Ну, нужно словом где-то что-то полазить. Так, а если нажать вот этот борт, две вершины, вот с аннотацией, если вы нажимаете алфавит, то получается у вас даже подписи. Ну, подписи, по-моему, надо менять в настройках, наверное, алфавита. Так. Ну вот, что-то в таком духе. Все, всем пока, до свидания. С этим делом уже нужно будет посидеть получше. Ну, в принципе, работает все вот прикольная штука.